Друзья мои, привет, привет, ой, как шляпку одену. Почитаем еще каменники, Инкины. Виктория ж не устает писать и клацкать. Рина пишет, самое главное застеклить балкон. Сильные ветры и дожди будут. Виктория Дрина пишет, Ирина, в отличие от вас, грамотейка. Ха-ха-ха. Галина Кущанская. Мальвина Матросова заговорила. Деньги на ковер отправила. Отсиделась. Александра Самохина. Александра. Ирина, ну что вы так реагируете? Вы же видите по выражению лица, что это унылое говно, оно подписывается и живет себе еще, подпишется, да? Мальвина Матросова пишет. Галина, на карту прямиком, тебе не сообщила, Инна. Ты не в авторитете, не. Ирина пишет Александра. Как вы правильно про нее выразились? Ай, Галина, отвечает Мальвинке. Ой, с таким паханом, как ты, разве можно сравниться? Угу. Наталья Лукьянова пишет. Ирина, так другим же людям вы пишете гадости. В чем разница? Вы ничем не лучше и не хуже. Лана пишет, Виктория, вот из-за вас такое говно. Мальвина, Галина Кущинская, а ты хочешь рискнуть? Улыбочка, смайлик такой. Виктория, вы тогда зачем смотрите? Вы же идеальная, что ли? Жупня? Тьфу. Виктория отвечает Лане. Лана! Лам, мне спрашивали, помалкивай, дура, бля, общипанная. Алексей пишет, вместо ковра лучше шерстяного Ахмеда себе заведи. С ним точно зимой не замерзнешь. Лана отвечает Виктория, вы глупые, смешные. Виктория, а тебе кто тут слово предложил. Завидуй молча и спрятайся. Лана, вы мозг развиваете, а потом что, то комментируете. На победу не тянешь, лучше не позволься. Не позволится вам, Виктория. Виктория, вам мозга не хватит даже на вопрос. Наталья Лукьянова. Я не гадости пишу, а правду тем людям, которые оскорбляют Инну. Кудряшка Ксю пишет. Вот устроили тут бои без правил, а госпожа Инесса читает и угорает над всеми вами. Александр пишет. Инкина Камарилья скучковалась. По порядку рассчитайтесь. Виктория, ладно, скули дальше, написала Виктория. Лана отвечает кудряшке. Нет боя, просто зачем писать бред на комментарии, которые не ей адресованы. Ирена, Алексей Левич, заведи себе вторую работу, чтоб не было времени обсуждать чужих женщин. Ой, как это тёк. Александр Ермолаев, ты скучнулся на работе, чтоб временем не было с женщинами тут сидеть. Ай-яй-яй-яй-яй, Виктория. Скули ты, скули. Убивай себя дальше.
своей завистью и злостью. Мне жаль тебя. Ты не до... Ты иди от своей жуткой судьбы. Говном всех поливаешь, здоровье и ядом своим не захлебнешься. Хотя и ядов в тебе нет. В общем, деградируй медленней. Медленней, Виктория. Может, ты улыбаться научишься. Ладно, как ты вообще все это говно терпишь? Я бы уже всех этих инфузорий закопала. Владислав пишет. Пишет. Целый километр. Ой, господи, прости. Владислав. Здравствуйте, Инна. Ковры покупайте обязательно, так как ковры придают уют квартире. Зимой холодно, ковры нужны. По-любому, а летом не убирайте ковры, пускай будет красиво. Купите 2 ковра по 4,2. Один под стол со стульями, а второй под уголок. Я живу в Мерсене от Алани, 400 км. Очень жарко здесь, как в Алани. И недавно также приобрели ковры. Всю свою квартиру красиво сделали. Без ковров квартиру не представляю. Желаю вам удачных покупок. Ой. Мальвина пишет. Владислав из Мерси. По 4,2. То есть закрыть весь красивый пол. Я пошла спать. Мальвина, по 4 метра ковры. Не такие уж и большие. А и в чем красота пола? Виктория Шадрина. Девушка, с которой вы спорите, на мой вкус, намного вас симпатичнее будет. Мое мнение. Ой. А всем пока. Продолжение следует.